На Стамбул обрушился мощный ливень с градом. Не менее 10 человек пострадали. В городе транспортный коллапс. Затоплены улицы и метро. Автомобильные и железнодорожные тоннели под Босфором временно закрыли. Ветер повалил деревья, снес крыши. Стамбульские аэропорты Ататюрка и Сабихи-Гюкчен работают с перебоями. Из-за непогоды 15 самолетов не смогли приземлиться. Град размером с мяч для гольфа повредил в воздухе авиалайнер с украинской регистрацией. Сорвал краску с носа и даже разбил окна пилотов. За штурвалом был украинец Александр Акопов. На аварийную посадку в аэропорту Ататюрка он заходил почти вслепую. Авиалайнер пришлось накренить, чтобы увидеть полосу хотя бы через боковое стекло.